На выгрузку заехал. Утром рано он встал. Вот так вот. Как-то так, вон там шварховская машина стоит. Здесь какая-то заезжает еще. Доброе утро. Новый день. Сейчас открою дверцы. И все. Будем сейчас чай пить. Встал на паркинг. Делаю покушать себе. И буду ехать грузиться. Работы здесь очень много. Поэтому еще не отписывался. Потому что только пишешь, сразу едешь грузить. В Европе работы валом. Поэтому вот так вот. Сейчас покушаем-то, будем выезжать. Всем приятного аппетита, кто кушает. Выгрузились, все, едем на загрузку. Ремонтики такие. Уже 5 ремонтов таких проехал. Они ремонтировать любят. То как-то так, сейчас мы мостом будем проезжать. Вот так вот. Погода сегодня, конечно, шепчет. На реке, кому в это сбежало время не вернуть назад. Ваши стражили скромно, проводили во двора. И все мои проблемы так лежали на душе. Я написал все на бумагу, будто в неглиже. Я забил у папирус, саму пару роз. Какая-то строительная база. Ну вот как-то так. На моих районах жизни имеет спрос. Я забил у папирус, саму пару роз. Погода, конечно, сегодня хорошая. Продолжение следует. Вечером будем искать паркинг где-то. Засниму, покажу, как в немцах ищешь паркинг вечером. Чистый салон всем. Все, дальше едем. Все будет обычной автобандой. Видок решил снять немножко. Неплохо так. Я буду залетать в туннель со всего размаха. Прорывать именно это. В горы уходим. Сейчас залетим. Ух! Зашли как красиво зашли. О, вентиляцию включили. Вот едешь, тяжело дышать, блин. Вторая включилась. По туннелю идем. Отвечает он за свои слова. О, тут две работают. Вышки. Да, и красиво. В конце туннеля светлый. Вот так вот выскочили. Сейчас по тому мосту. Не любитель высоких тех мостов. Как так? Сотку пошел. Соточка. Побыстрее, чтобы слететь. Поля уже обрабатываются. Вон это солнечные батареи. Короче, как-то вот так по дорогам. Пам-пам. Приопоздал немножко, как обычно.
погрузиться завтра. Где-то будем приставать. Здесь посмотрим на эту уличку. Я здесь тогда как бы разворачивался. Я не один такой здесь умный, конечно, но и оперный театр тут уже столько заснул, вот тут, тут, наверное, знак стоит. Это жопа, сука. Да. Блядь. Местное население побросало машины так. Ну, сейчас вот здесь вот будем пытаться, ну, конечно, нежелательно бы так. Промежуток должен быть какой-то. А вот здесь вот перед этой фирмой это достанем. Что мне делать? Немец выгуливает собаку. А, отлично. Я сейчас стану там. В конце. Блин. Да, отлично. Вот тут вот сейчас на выезде. Я в прошлый раз тут вставал. Вот здесь вот, отлично. Вот здесь сейчас и станем. Мне все равно заезжать там. Тут вот сейчас как-то будем запарковываться. Это Германия, ребята. Тут постоянные промзоны, жопы. Давай, забирай своего пса. А, он какает. Песик он в туалет пошел. Давай, забирай пса-то. Все, забрал Анну. Ну, вот так вот. Прицеп идет по ихним клумбам. Вон, была клумба, стала чуть-чуть. Димка ее переехал. Сейчас вот тут вот Димасик будет запарковываться. Вот это будет мой ночлег здесь. Знака нету. Вот так вот. Сейчас запаркуемся. Конечно, если бы той машины не было, было бы там получше, но... Вот так вот стали. Сейчас выйдем, обсмотримся, как стали, где мои шмотки. Ой, посмотрим, как стали. Все, вылазим посмотреть. Где мы стали, как? Вот отлично. Все, вот так вот. Вот так в Германии паркуемся, вот так встаем, чтобы понимали, все вот так вот. Это еще зачетно. Можно было еще на бордюр заехать, ну не важно. А вот там въезд в Купетушатню мне завтра заезжать грузиться. Все, всем хорошего вечера.